Друзья, всем привет! Рассказываю вам актуальную информацию по нашему рыжему котику. В общем-то, самочувствие у него несколько получше. Конечно, рано радоваться. Вот. Он уже более-менее выглядит относительно того состояния, что он был. Мы его кормим через трубочку. Сейчас будем проводить обработку раны. Рана уже намного лучше, почище. Можем продемонстрировать. Вот. Начинает немножко нарастать гранулизационная ткань, но меня смущает факт оголенной кости. Кость вроде как живая, но пока тоже сложно делать какие-то выводы. Вот. А сейчас обработаем и обратно все перевяжем. Кормим мы его через трубочку. Вот. Он очень исхудавший, вот можете обратить внимание, худенький, выглядит плохо. Смотрите, вот такая проблема у нас с лапой тут. Он уже, кстати, ворчит. Начал ворчать, это уже говорит плохо. В прошлый ворчит. Раз, помните, он даже не реагировал ни на что. Вот, пожелаем малышу удачи. В общем, мы сейчас начинаем обработку со Светланой. Вот. Без анестезии он не дается, так как сил стало больше, и он сопротивляется весьма серьезно. Вот. Чтобы ему было не больно и полегче, мы это сейчас все сделаем под седацией, под легкой седацией. То есть вот так мы вводим специальный препарат, который называется Пропофол, вводим в легкий медикаментозный сон. И сейчас начнем проводить тут обработку. Мне очень не нравится состояние вот этой кости. Вот, выглядит не совсем хорошо. Но во всяком случае, вот тут вот грануляционная ткань начинает потихоньку разрастаться. Уже хорошо. Сейчас мы подтянули ткани. Как видим, ткани стают более мобильными. И уже получается немножко дефект укрыть, ушить. Вот. Сейчас также все это дело перевяжем. Вот так у нас получилось все. Закрыли. Сейчас проведем перевязку лапки. Здесь у нас травма. Вот. Хвостик еще страдает. Вот. И будем его пробуждать. Ну что, мы закончили перевязку. Вот. Просыпаемся, уже поднимает голову. И ждите следующее видео. Послезавтра буду на смене, покажу еще раз.